написал. Арен, это кто у нас? Звездочет. А, это триню, которую будете продавать, да? Ну, если никому не надо будет, то да. Ну, понятно, ладно. Да не, я думал, налога, если не нужно, раз продаете, хуйся. Разделена обратно в рейд. Суманете его. А вот эти штаны нужны кому-нибудь? Сейчас пока. А хотя на. Нет, пизду. Био, отойду. Вот этот жезл нужен кому-нибудь из рейда? А чё, ты кашни плечи на мейн только забрал? Да. Да, четвертый кусок, да? Да. Ребят, нужен кому-нибудь вот этот жезл, который линканул? Он вроде бы вообще у всех. И весь ДПС. Пол. Локи, дай шкаф с манем Розелина. Че, можно я на этого босса налог? Ну смотри, тут людям надо. На оф спеке есть байер. Не, вот этот жезл. Вот этот жезл никому не нужен вообще, я посмотрел. Он у всех есть. Даже у покупателей. Вот этот вот. Он у всех есть. Если совсем никому, то заходи. Вообще совсем. Смотри, у локов есть, у магов есть. Заходи, заходи. Просто либо вещь ее распылят, либо 277, либо она хотя бы мне на челик, вот я все равно же играю. Да. Бля, не могу выйти, сука. Бою. Ну на боссе все равно суммонить будет, да? То есть это трэш, что выйдет. Шкаф уже есть, сейчас убьется вот этих вот 4 или 3 моба и уже сможет. Угу, хорошо. Там еще штаны кастерские, может тоже никому не будут. А вот Байер вроде штаны хотел. Да, ну пускай. Не, ну жезл никому. Он еще охуенно зайдет. Где на крит меткость. А куда знаки Элидарии уходят? В ГБ. Едем в Африку? Женек, вот тебе ИП не жалко. В смысле, так это ж не за ИП, это просто так забирают. А или это за ИП можно? Будет? Ну в другой гильдии вещь... персонажа себе сделаем, можно будет. В начале рейда сказали 2 раза. Чё сказали? 2 раза сказали отказываться. Бое и знаки Элидарии. А, и воронки. Не, просто вещь, если как-то да, ты 5 забрал, она вообще никому не нужна. Просто в боссе останется. Как бы, чё бы не забрать. Не, ну подожди. Но это не совсем справедливо. Тебе так не кажется? В смысле, на какого-то бичуганского твинка дать, отдать жезл, который никому не нужен вообще? Это в чём несправедливость? В другом. Ты ходишь за ЕП, и все остальные ходят за ЕП. Я, может, тоже какую-то шмотку хочу просто так, кому... которая мне, может быть, не зайдет или там зайдет на какой-то хер знает. В гильдейских рейдах вещи просто так без ГП не отдаются, если только это офспек, там идет по ролу. Че, правила не знаете? Ну да, там ГП же все равно этому херачат, просто я им не хожу, я им хожу просто там на охоту или с пулями куда-нибудь и все. Если вещь вообще абсолютно никому не нужна, че бы ее не взять? Она просто распылится. Так короче, у тебя лог в гильдии? Лог в гильдии? Ну еще. У нас бардак с ЕП пошел, понятно. Бардака с ЕП никакого нет. Нет никакого бардака. Он уже идет в ад. Ревностный коват. Какой бардак? Сдох, но заберет. Излагай свои мысли конкретнее. Бардак в чем? Потом, если хочешь, мы с тобой побеседуем. Окей. Бля, был разговор с пианистом. Если Т5 либо вещь вообще никому не нужна, можно ли я ее от винка? Потому что ее просто распылят. Ну, если будете ОКХМ хотя бы кого-нибудь убьете,
можно будешь забирать, ну, заберешь. Я вот плечи забрал на Т5, они бы просто в бой. То есть, если на эту вещь нахватили, нету на нее никому в спек, она просто нахуй. Почему ее бы не забрать? Все равно же лок, он существует, им иногда я играю, хожу куда-то. На нем ЕП, не коплю ГП, там пишут, там, пускай. Все. Я, если что-то, в чем причина, я не понимаю. Иди на пол. Я шаманом тоже как бы хожу, мне ничего не... Хожу с вами, чтобы лучше было, чтобы удобно. ДПС, РДДш. Так-то мне как бы ничего не надо. С этих инстов вообще. Мне мучают вопросы. Где на пол? Сразу же состав. На Стёха нет вот таких гильдий вообще. Которые куда бы что-то ходили, нету. Да у меня просто тяжелая жизненная ситуация. Очень вежливый, очень приятный маленький 240-й ребенок написал. Спросил, у вас правда есть утренний стать? А то я вечером совсем в рейды ходить не могу. С какого вы там левела берете? Хорошо, я буду одеваться и стараться к вам попасть. Мне ж так прям жалко стало аж плакать. Ну пускай в легион пойдет, если он 240-й, там-то они хоть что-то ходят. А какой класс? Они по утрам ходят? Паладин 240-й. Не он это ДВшная гильдия, а не Восток есть. Его там вряд ли рейд возьмут, там своих вагонов хватает. А ну, что да. За спек у него? ДД, я так понимаю, ретрик. Логично предположить. Все просто. Что? И, короче, мне сегодня ДКшка написал, я так понял, с Жоков, он говорит, что-то у них там в гильдии проблемы какие-то, и он хочет к нам в гильдию 270-й, там 272-й, или что ли, 3-5 у него цветение. Так, ну, нормально одет, я посмотрел, только 264-й нон-сет некоторые шмотки есть, но у него доступ только ХМ есть. Только я сейчас материться, я ему сказал, если что, тебе написать. Дайте на пул. Между просто делом, Лёха, ты в курсе, что случилось в Жоков? Разлетятся. Нет. Рассказываю, всяко все это время один ебался с рейдами, и вчера он от них ушел на отдых. Да, он сказал, там что-то у них РЛ, короче, один ушел, и ну, остались чуваки, которые под пивом или что-то такое, я так и не понял. Ну, я тебе так скажу, не один РЛ ушел, а единственный РЛ, который на протяжении, наверное, последнего более полугода водил рейда. В общем, он хочет в гильдию, одет, ничего так нормально. Всех ребят с Жоксов отправляем либо к пианисту, либо ко мне. Никто другой в гильдию не принимает. Ну, я ему так и сказал, что пианист, ты подождись, он говорит, ладно. Ну, пока его в сети нет. Там будут допрос, пытки, а уже потом вердикт. Покаленные щипцы? Нет, паяльник в жопу сразу. Снова про жопу. Это лаги такие методы. У меня чуть гуман. У меня чуть гуманнее. А я Лёхе не доверял бы. У Лёхи паяльник в другое место, соответственно. Настёха знает. У него то же самое, только не на третий. Нет, Лёша, про твои паяльники я ничего не хочу знать, Лёша, нет. Япончик, все БВЕшки у тебя же, да? Отлично. Когда на орде осталось две нормальные гильдии, которые могут что-то закрывать. А вторая это кто может поинтересоваться? Ну, как бы, блядь, частично. Guardians of Freedom, блядь. А это кто? Частично. Хороший вопрос. Не, понимаешь, я понимаю, что это кто для вас там. Но, по крайней мере, это единственная игра, которая хоть одного босса ОКХМ осилила, ну, робот. Патруль. Пробиться. Бить вот. Мага.
все в контроле. Есть, все остальные гильдии там, Ноцу Сирио, да, Санвелов, Легионов, ну вообще все, да? Контрольте людей, не надо их убивать. А да? Как же гильдия пива, ты че? Самая великая гильдия Орды. Да, гильдия пива. Но они, блядь, нихуя не сделают вообще в этих инстах. А на Альянсе, типа, три гильдии, которые, блядь, могут это. Ну, тут на Альянсе конкуренция. Да я бы сказал побольше. Там сейчас нормально гильдии, нормально. Ну, таких средних хороших. На Альянсе много гильдий закрывают. Не хуже Санвелов тех же, да. Не, ну там конкуренция есть, понимаешь? У нас сейчас такое будет, такая херня, что на Орде будет, блядь, одна гильдия и конкуренции ноль. Ну, короче, стороны поменяли. Сейчас на Орде будет то же самое, что на Альянсе полтора года назад. Ну да, так. Сейчас давай. Кто? Стая, герои, джасты, асгарды. Еще кто-то вроде. Мастрес, дайте. Ну там у всех вечерние РТ, это все вечерние. Ну да. Я давно Хоми говорил, что, блять, я переживу тебя 100%. Блять, здесь тоже вечерние РТ, это как бы бонус, что гильдия, это тоже вечерние. Каски всем дали, пул дальше. Утреннее это так развлекаловки. Которую, по-моему, Делюкс, да, заварил? Да. Горячо любимый всеми Делюкс. Особенно собрал людей и съебался. Бля, Рога, я тебе начислю. А как, я даже подойти не могу, я все время вздыхаю. Конь, мы для тебя ученика нашли. Дойти куда не может, самое главное. А чё, конь не тут? Не здесь? Эх, жаль. Ты можешь посмотреть, я почти на каждом паке даю на пул, но я задыхаю. Я на каждом паке смотрю на пул, и на каждом паке я не вижу твоего на пул. А как можно давать на пул и задыхать? Это как? А то ешек или кручение этих мобов. Я вижу два на пул от фантов, а твой видел один раз. Не может быть так. Ты, чувак, один крутится, ты смотри за ним. Все. Опять ханты дают, твоего нет. Так я чуть не подошел. Суманеть поселки обратно скину. Чё, мы так же с мягкой мобы контри? Ну да. Всё, суманеть.
Чё там, вы до киля дошли? Соларян. А, солярчик, понял. Вместо одного сала у нас теперь другой. Коват на боссе, алоэ с мякой сами разберутся. Короче, на пул. Макба. Лапу, пожалуйста, полог. Инту обнови мяка. Инту, да. Никаких анонсов на боссе. Кто подкинет рейд, выкину с рейда. И возьму Делореса, да? Может быть. Случайно забрал. Каст. Грипни череп, Фрейд. Хант вышел из рейда, блядь. Это, короче, ГП. Реакция 0. Это не Байер? Нет. Два исцеления уже прошло. Никто не сбивает исцелений. Йотана, ГП, дайте его черви контроль. Грипп и в рейд. Каст. Отслеживайте сами касты. Что за хрень-то?
гриппа и моба где-то. Прием, прием. Второй ГП. Медведь даешь Тимыча. Персик мгновенно. Моба, Йотан. Ну вон где сзади маг стоит, контролит. Моба, притяни. Ну вот же, законтроленный стоит. Вот его, блядь, он как контролил, он не видно стоит. Да он один там, ём. Наберу. Я тоже, блядь, фреймар. Отхилили босса. Я думаю, жрецов не надо копить, да? Вон, череп бить надо. Сразу Йотан, как босс пропадет, беги и гриппы. Нахуя второго-то гриппнули, блядь? Третье исцеление прошло. Что у нас роги делают? Они хуйней страдают. Три коста не было сбито. Че и в гир просятся роги, блядь? Да я один, я напуливаю. И станю по КД его. Сбивать можешь не только ты, держи в курсе. Так и я один рога в рейде на пуле. Сбивать каст не после можешь босс. Не только ты. Еще раз. Босс так. Пропадает, Йотан, потом гриппы.
приказ. Блин, задолбал ютнуться своими червями. Долго бьется. Да, остается дом беру. Я думал быстро, минут только прошла. Умался? А ну нафиг, а у вас косты не сбиваются, нихера вы че хотите. А смотри, он переводит, сколько осталось? 30% перевод. Я геру, блин. А сейчас сколько у него было? У меня проценты выключены, я не видел. У него 25. Помали босса, походу. Блять, ну вы чё? Докастовал, да? Да. Да, это четвертый. Вага, начисляй тем людям, которые не могут пить раз. Пул идет пока. Геру. Один раз это хуйня, два раза хуёво. Ну четыре! А ты можешь сбивать касты, Гончик? Нет. У тебя фир есть? Не получается, у меня их терять. Сразу уж в МК скажи. Первый фильм, да? Да. Если я их теряю, то они получают минус ключевости. Да, задолбали черви. Весь контроль сбивает. Та-дам! Говна лук. Бля, я даже обогнал лока, который, блядь, покупаешь мод. Берите пример с Байера. Ничего ему анонс не надо было, гнев и носился. Да это новый человек не вынес гнев и Локи, что-то я не знаю. Блядь, гнев не вынес Алиастра, гнев не вынес Локи. Хант новый. Ну Хант, по-моему, один подлетел. Не, он завтыкал. Долго стоял, блядь. Ну, он стоял, но он, блядь, отпрыгнул и подлетел один. То есть, как и надо, он успел. Просто что стоял, мы испугались просто. А вот Локи двоих зацепил. Так, ладно, пошел на шамана. Че, грудь на Лока, я так понял, нужна тут, да? Да. Хорошо, все, я на шамана полетел. Этому Локу не надо, там, ЕП начислять. Ничего не надо. Пускай внизу торчит. Или это, ливнуть с рейдой. Ливнуть, наверное. Кто может линкануть прерывание коста на звездочете? Тут так не получится, потому что некоторые классы сбивают тем, что двигают мобы с места. Или станет, например, Рогустан, Фир. Что, все убежали, никто не лез. Да гриппом никто ж не сбивал, то 100%. Тайфун имеется в виду. Я видел то, что совы отбрасывали во время коста. Да там, знаешь, во время отбрасывания был Фир, Койлс, блять, Сайленс. Что да. Тут такое? Много раз я смотрел, как было статусов Silence, Coil, еще что-то, блядь, не помню. Вага, сам решай, или всем, кто это не могут сбивать каст, начисляй, или как-то отдельно.
это будет единственный раз, когда за сбитие костов я ничего не начну, если в следующем рейде будет гораздо все хуже. Там просто надо понять, что какие способности прерывают каст. Страх, превращение в овцу, эффекты немоты, то есть Сайлен ссал по-другому. Я сбивал, промах много было. И тяжко, или тайфун. Сдвигается моб, сбивается каст. Станы — это оглушение. То есть станить может разбойник, вар. Опять же, вару, чтобы застанить, нужно отойти, отбежать. Это время. Я думал, что тайфун — это умное решение, когда моб. Блять, вот знаешь, вот когда из 25 человек никто из того, что я назвал, ничего не нажимает, то тайфун — это не просто умное решение, это охуенное решение. Я видел, что ты сбивал тайфун. Представь, если никто ничего не будет сбивать, тогда просто босс будет фулл хп стоять, нахуй тогда нам да. А так, вам когда, ну, типа, объясняют, типа, вот у тебя там есть... страх. Представь, там, когда у тебя сбитие коста, но КД минута, и никто ничего не оно. Патруль, патруль. Надо сбивать. Так тут патруль, ты... Назад все отойдите, патруль там. Тут-то видишь, в том фишка, что у всех дохуища контроля есть. Просто каждый должен знать, чем он может сбить. И подстраховать. Япончик, пока на трэше, объясни тактику новому ханту. Хант, смотри, у босса есть три фазы. Первая фаза, там стоят несколько помощников. Мы их сначала сбиваем. От первого помощника мы убегаем. С девкой мы просто держим рейнджу. Под бомбу милики не становятся. РТДшники сбивают инженера. Вторая фаза, все ушли в центр. Мы забиваем оружие. После того, как мы оружие убьем, заоешим, мы его подбираем. Ты забираешь лук. Дальше. Опять поднимаются у нас помощники. Все разом. Не поочередно, как раньше. Забиваем их. То есть там не отличается никак. Дальше начинается вторая фаза. У нас активируется босс. На боссе есть лужа, из которых нужно выходить. Она показывается. Ты ее увидишь. Из нее просто выбегаешь, она взрывается. Фениксы. Когда будет команда бить Феникса, ты бьешь Феникса. Когда Феникс убивается, на его месте появляется яйцо для перерождения. Нужно максимально быстро залить это яйцо. Иначе Феникс переродится и вызовется второй, и мы просто задохнемся в этих Фениксах. Они достаточно неплохо будут пробивать наших танков. Мы чередуем все эти действия, параллельно подбиваем босса. Начинается третья фаза. Третья фаза ознаменовывается... гравитацией. Гравитация, когда всех подбрасывает в воздух. Мы взлетаем, набираем от всех рейнджу, потому что босс кастует молнию. Если будет стоять человек рядом с группой людей, то прилетать будет не очень сильно. Прям очень сильно. После того, как гравитация спадает, ты падаешь вниз. Поэтому к концу гравитации у тебя идет отчет по дебафам. Ты смотришь, когда остается полторы, там, две секунды, ты начинаешь вниз лететь. Но не до конца этого коста. Потому что если ты вниз опустишься, там еще будет оставаться немного времени, тебя просто подбросят вверх. Скорее всего, ты умрешь. После падаем, бьем босса, опять же Феникса, опять же лужи, все, за этим следим. Также на фазе на второй и на третий идет контроль. Поэтому у нас милики снимают пухи. Ханты тоже. Как на леди. Второй босс ссылка. Если что-то упустил. Че, ханты могут пухи снимать, да? Лук, про лук, да? Лук ему надо поднять. Я хотел ему нужно поднять лук, да. Что там... Сатурион... РДД зону забежал, но у меня был замучен. А там, по-моему, на ханты еще лук юзаешь, и там стрелы легендарные тебе делаются. Они, конечно, не намного сильнее, но все-таки посильнее, чем обычно. Зачем он вообще здесь стреляет?
У него здесь легендарные патроны. Там же лук, а не ружье. Откуда патроны? Ну, в смысле, стрелы. Какая разница? А это особый лук, который стреляет патроны. Ну, большая разница. Стрельнешь с лука 9-миллиметровым патроном. Собаку ждали. Я посмотрю на это. Бля, с арбалета можно. Да и с лука можно умудриться. Не, ну с лука это у тебя, блядь, там какой-то хват такой. Да, то можно. Арбалет можно шарить и закладывать. Ну и следующий патрон можно целиком положить. Да, чуваки. Чувствую, блядь, вы будете играть в такие игры, где из пистолета стрелами будет стрелять, блядь. А хули бы нет. Есть, кстати, есть такой пистолет, который стрелами стреляет, гарпун. А, смотри, пистолет подводника, ну, который, блядь, для этих водолазов вся хуйня, по сути, он стреляет стрелами, то есть там, блядь, пуля длинная, сантиметров 7, как стрела. Это, блядь, как гарпун. Не 7, это гарпун. Нет, не гарпун, это вот, блядь, пистолет для этого. Там пули, как в гарпуне, практически, потому что, блядь, в воде они все одинаковые, потому что там обычно они будут. Ну, там, это, считай, стрел нихуя. Для подводной охоты там самый короткий, это, наверное, сантиметров 50. Гарпун. Не про подводную охоту говорю, тебе вот это вот, типа, там, водолазность, то есть раз, вот это вся хуйня. А-а-а. Я просто про них смотрел, как фильм лезут про это оружие. Почти все одинаковые. Это, а куда эти знаки или дари потом? В ГБ. Не уходят в ГБ. Они отдаются высшему правительству из рептилоидов. Не, почему они в ГБ уходят? Для чего? В Окхэм будете ходить, тогда их вам, может быть, будут раздавать. Не, а для чего мне в игре вообще нужен? Банки, блять, поп. Ебать, сейчас только сопродайте столько. Там, короче, тысяча этих значков будет меняться на печать, которая ты 5 апает. Так, если он сейчас 1150 голды стоит, нормально это. Ну это. Давайте дальше, трэш. Так, что там? Кого отвезти? А что на Келли послакать можно? Маршала отдельно надо держать. Натурион. А, маршала, все. И опять будем трупами закидывать кеда. Чуковат маршала забрал. Ауе. АТ-5 забрал. Япончик, банк стоит, можешь всякую херню туда сгружать уже. Я не брал плюс. Могу скрин скинуть. Я вижу, это выкрой, вот я скуплю поезд, а дай. Кто себе оставит БВЕшки, получит ГП по номиналу. Кто оставит себе воронку, получит, ну, 1000. Хотя нет, 10 тысяч ГП за одну воронку. Да воронка 2 сотки стоила ГПшка. Блин, если бы она сейчас 12к стоила, я бы подумал. Расценки меняются. Она стоила 12к, тебя бы сгинь не кипнул. Чем хуже настроение у Ваги, тем дороже воронки. Аккуратнее, не злите. А воронки, если подорожали науки, типа 2к. Хоть она 100 голды будет стоить, за ниндзя лутинг воронки 10 тысяч ГП. Ниндзя лутинг? Как если он ниндзя лутинг там может и не заметит? Я все замечу. Там кто-нибудь похочет проверить, заметит он? Проверить-то можно, а вот что дальше будет, это уже другое дело. Вага получил власть, которая не снилась его отцу. Если ты штатный сразу ливнут, народ значит, ливать начнет. Хорошо, сказано. Я люблю, когда рейды проходят тихо и спокойно, без всякой хуйни. Тебе это будет постоянно там. Что там, ЕП начисляли за приход, и вот это все, но это же от этого никуда не деться, сори. Это просто бремя Рэла, понимаешь?
Кельтас кому-то с замены нужен, не нужен? Конечно, им всем нужен на тест-драйв. Нужен, но у меня не хватает приора. Там кому-то нужен был грудак шамский, поэтому нет. Так просто отомстить ему за то, когда... Да, нормально там было стоять, да? Когда ГХ вообще сделают когда-нибудь? Сколько можно эти бабки копить на ГХ? Через 2 года, говорят, сделают. Пизду, нахуй. В среду, слышишь? В среду? Так как в среду, если в четверг все скидывается? В среду, в 2025 году, в июле. Чтобы там все правильно делать в среду, чтобы люди прощупали и сброс КД потом снова. Понял? Резать людей. Поставьте джиз сами. Че, резну поставлю? Рыба спереди. Мне там доносятся слухи в личку, что грудак Т5 на шамана могут мне дать. Это правда? Или ложь? Это ложь. Не ложь, а клади правильно. Так чё, кому нужен грудак Т5 на шамана? Приор у тебя есть. На шамане? У меня есть приор? Мне нужен грудак. Мне Т5 на шамана на хила, если можно. Че, 4-5 на хил, а вот у меня вот эта хуйня есть. Ну, у меня на моем шамчике 3-5, это будет 4-й на мейн спек. Я вот спрашиваю, кто... Нет, я просто честно не знаю, кто по приору, я не вижу приора. Я спрашиваю... Не-не-не, я не на приор, я на офспе. А на шапку? На шапку шамановская есть кто? Да, нямка. Ууу, понял. Блядь, откуда этот лог взялся? Все испортил. Что, тогда можно заходить на шамана, на грудачок? Кому кельтас не нужен? Мне не нужен кельтас. Охуенно, заебись. Так, а чё, мне грудак не уйдет? А кто говорит? Нямка просто отец, кому из вас нужен грудак? Мне нужен Ямка грудак сказала, на мейн спек. Просто... Сколько у тебя кусков? 4 куска, штаны я выкину потом. У тебя сейчас уже есть 4 куска. Я же говорю, штаны поменяю, у меня будет 3 куска. Он штаны с джайны будет. Вот смысл брать. Такой, а что ты, приор ты есть у нее, соответственно, она может зайти в рейд за шмот. Так, а он на Миказе тоже нужен грудак. Последняя вещь, по-моему. Ну вот я и спрашиваю. Шаманы половины роги. ЕПГП, короче, сейчас все, я перезахожу. Посмотрим на приор. Я вообще не доставил. Камикадзе приора нету.
Настюхи грудак. Так, Розелина на замену. Почему Лок-то на замену? Да ты портал дал. Потому что их два. Сейчас Локи в демона. Давай Локи в демона, пока тут в сову. А за сколько вы Т5 продаете? За тридцатку, да? Какую тридцатку? Шестьдесятка. Шестьдесятка? И люди что покупают? Нет, ты скажи, на какой класс? Ты вообще, блядь, что за два сказочника? Это Бивы и Бу, блин, сидят, общаются. На какой класс ты, блядь? Объясняю на пальцах, поскольку я играю Меликом, ханты сидят в рейде до победы. А, там еще от класса зависит? Моньте, Настю быстрее. Да, времени мало, мы должны еще класса... успеть. Потом попиздить. Да пускай параллельно сумонят, что им да. мешает. Я мешаю Локу, что и шкаф ставит. Пускай ставит. Шкафа зависит даже нету. От класса, потому что зависит от спроса. Например, на мага Лока Ханта спрос уже прям минимальный. Ну да, потому что... Да, я тебя понимаю. Ты я что и своим нет. Локом хочу Т5 вторую взять. У меня одна Т5 лежит, я хочу вторую. Похуй, любую нахуй. Ну, если я не ошибаюсь, лог Макхант все равно, да, 40 кусков стоит? Да, 40 пугу, можно там 35 своим родненьким. Вообще 40. Верчи на пул. Кава, ты будешь инженера танчить. Алоэ с тебя Сангвинар и звездочет. Потом на боссе Кават находится, Алоэ ты Фениксов. Пуляем. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль. Андер, первого мы убегаем. Теперь меня никто не остановит. Слама Ашада Нора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Ёпта, с хуй он так быстро бежит? Сменец. Чё он так быстро бегает? Он просто в спортшколу ходил раньше. Смена целищ. Летун, блядь, космический. Гагарин. И откидывает, да, сейчас там? Я откидывал он раньше, но что-то быстро очень бегает и вправо. Может... Три токена уходят. Блять, за весь бой его два раза. Заебали, да. Сколько времени уже это око? Он просто в спортшколу записался, все нормально. Или тренажерный зал начал. Протеин. Его надо на допинг проверить. Кучалка. Тренажерный зал на карантине. Не разбирайся, сидите у компа, сейчас баба, держим ренджу. Вам делать нехуй переписываться во время пула. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером. Милики, под первую бомбу не подходите.
бейте. Как убьете всех центр. Денчик, ты бы лучше оттуда ушел. Собирай. У меня косол. Где он умер? Ну, в районе какой-то. Он умер на середине. Не отбежал. Он тут. Он в районе бежит. Войд, поднимешь его. Оружие. В центр отошли. А, надо к вару мейс. Стоять близко. Кто-нибудь мейс видит? Все. Он там спрятан. Бля, на Елема пуху не нашел, пиздец. Не мог понять, где. Не надо спрятан. Стоять что близко к вару. Мне еще раз это повторить. Женек, отойди от вара. Его догнать, но... Сломали его, он не должен так двигаться. В ОКХ может быть. От бабы отойдите. Идите бабу. Бомба была кого-то, не? Не, не видел. Но одна была. Ну вот сейчас будет 9 секунд. Все, ПД по бомбе. Сейчас бомба. Пить, пить. Прожали. РДД бейте инженера, милики бейте сангвинара. Нямка есть стать? Нету. Медведа ешь БР нямку. Thank you.
все в центр, Геру дали. Поехали бить босса. Смотрим за лужами. Контроль буду анонсить. Отводи босса. 5 секунд. Мили. Персик поднимай. Алоэ. Пока тут БР Долдорам. Тимыч БР мгновенно. Тимыч в контроле пока. Выйдет, сделает. Мелизона трапа, отводи. Лицо. Зону Мили. Трапа отводи. Контроль. Почему посох не был прожат? Дайте контроль по сове. Хрен знает, меня сова завалила. Шторы поднимай, персика. Заливайте феникс. Да, да. Сейчас будет контроль. Два хила в контроль. Не убейте. Отца не убейте. Брали руки от его ешек. В нямку почти ёбнули. Не могу встать. Вставай! Да-да. Можешь ли его нахуй? Яйцо активно. Феникс убили. Своих не добить. Больше урона по лицу. Вылупится. Карпаем.
попробую БР еще есть. У меня 40 секунд. Медведоёж есть БР? Поднимай медведоёжа. А, нет. У него нету. Броню поднимешь, как откатится. Рейндж держим. Мгновенно есть БР. СС на него, чтобы БР не прибыть. Мгновенно поднимаешь мяко зонтик. Баф и сразу обновляйте по трупешнику. Феню ловить? Неужели, говорю? Справимся. Женёк, выруби микрофон. Сейчас вырублю. Хант об кого-то сам убился или его кто-то убил? Я сам там луч прошел по мне. Он был очень далеко, чтобы прохилить. Да. Могу дать Геру почему? Мелизону лужа. Вайп лови. Ой, бой. Алоэ лови. Алоэ, босса забери. И феникса забирай. Надо было БР оставлять. Ближайший БР у кого? Минута 30. Медведаешь минуту. СС ему. И алоэ СС, если есть локи. Ну да, ничего придется, одного танка легче хилить. Эсэсто дали по алоэ? Да, есть. Отлично. Хила из середины вытеснили. Сейчас Геру дам поступить заявление. Кровавый далеко. Падение. Мы уже отказываемся от лута все. Второе или третье, когда уже трупами закидываем просто. Первульфка, сколько когда назад ливанул? Япончик можешь понизить. Что? Можешь тоже лут понизить вместе со мной. Я от всего отказался уже. ГЦ геюшка. Геюшка. Поражение пламенем, это же у нас лужа, да?
Да. Я после лута посмотрю, все поначисляю. Я сейчас поначисляю. По сотке. Если у кого-то это не первый косяк за рейд, тому 2 сотки. Бля, бедный Байер, а. Вообще просто ничего. Так, Настя трейд за честом. Ага. Где ты там, блин? Под боссом. А, ты прям подни. Там. Нифига себе, ты спрятал. Я спиздела это третий кусок, а не четвертый. Я думала, что я шапку на прошлом, когда забрала. Брала. Что, там 3 человека все вообще? Биф не лов. Если не первый раз, то по 250, да? Кирс, ты тут? Смотри, первый косяк сотка, второй косяк 200, третий 600, четвертый нахуй из рейда. 250. Не 250, говорю же, а 200. 100, 200, 600, потом из рейда вон. Странно, 100, 200, 600. Почему? Что-то там математика какая-то вага. Ну, удвоение, потому что. 200 на 2, я на слышал... 400 попутал. Ничего. Ребят, вылетел, ой. Это как Путин же говорил, от переменных мест слагаемых сумма меняет. Так и здесь. 400 часов. Короче, я лутом занят, вы меня отвлекаете. Вот так вот. Добили, да, я только вот интернет появился. Еще не начисляли, да? Кровавый взрыв.